Могу дать совет. Постмодерн учит деконструировать все. Для того, чтобы не утонуть вот в этом болоте деконструкции, болоте сомнения, критического отношения ко всему, начните относиться с уверенностью к себе. Перестаньте сомневаться в правильности, справедливости ваших чувств. Потому что это то, что постмодерн никогда не деконструирует. Ваши чувства легитимны. Ваши чувства не нуждаются в оправдании. Ни чувство любви, ни чувство ненависти. Не нуждаются в оправдании, не нуждаются в том, чтобы кто-то их еще одобрил. И просто начните составлять такой круг общения, такой круг людей, в котором вам комфортно, и не пытайтесь искать ответов на вопрос, а почему вам комфортно с этим человеком и некомфортно с этим, а совершенно неважно. Вы не должны ни перед кем оправдываться, что вам нравится арбуз и не нравится свиной хрящик. Вы не должны ни перед кем оправдываться, что вам нравится слушать монеточку и не нравится слушать квин, да, или наоборот, что вам нравится слушать квин и не нравится слушать монеточку. Совершенно неважно. Ваши предпочтения, ваши вкусы, ваши чувства, ваши стремления и есть вот те константы, которые постмодерн не может деконструировать. Те константы, в которых вам не нужно сомневаться. Прислушивайтесь больше к себе, смотрите, что вам дорого, что вам близко, что вам интересно, и это защитит вас от той бури. И пытайтесь это защитить, пытайтесь это сохранить. И это защитит вас от той бури, которая бушует вокруг. Это защита от кризиса постмодерна. Любимый подход либералов, леволибералов современных, которые вот пропитаны этим постмодернистским дискурсом, это попытка деконструировать ваши отношения, деконструировать ваш вкус. Как только вы говорите о каких-то своих предпочтениях, о каких-то своих интересах, о каких-то своих взглядах, вас будут просить мотивировать. Да? А почему ты плохо относишься к этому? А почему тебе не нравится это? А почему ты предпочитаешь вот это, а не это? И ваша задача не отвечать на этот вопрос. Не ваше дело. Почему? Потому что. А единственное оправдание, в котором нуждаются ваши вкусы. Вы любите арбуз, потому что вы его любите. Вы не хотите называть переодетых в женское мужчин женщинами, потому что не хотите. Это ваше право, это что-то, что не поддается деконструкции без вашего собственного согласия. Поэтому не давайте это согласие, и таким образом вы защитите себя от деконструкции.